11 новых видов боевого вооружения. Каждый – шедевр военно-технического искусства. Такой яркой презентации супероружия российская армия еще никогда не устраивала. То, что было показано 9 мая на Красной площади, абсолютно точно. Самое новое, лучшее, да и вообще принципиально иное. Главный хит – супертанк на платформе «Армата». Эту боевую машину впервые публика увидела только в канун Парада Победы на генеральной репетиции и следила за каждым его движением. Ведь этот танк не похож ни на один из тех, что раньше делали в России. Главное достоинство «Арматы» в том, что, во-первых, у нее бронекапсула для экипажа. Даже если взорвется боезапас, экипаж останется живым. Второе – необитаемая башня. Вся система вооружения управляется электроникой. Цифровыми системами. Аналитики немедленно стали сравнивать новый русский танк с западными конкурентами. Оказалось, что «Армата» легче и быстрее. При весе в 48 тонн разгоняется до 80 км в час. Немецкий «Леопард» в полтора раза тяжелее, потому и выжимает на шоссе не больше 72 км. Ну а 70-тонный американский «Монстр Абрамс» в лучшем случае может ускориться до 64 км в час. Начинка «Арматы» пока засекречена. Известно лишь, что на нем установлена так называемая активная защита. То есть все снаряды, которые летят в танк, им засекаются и уничтожаются. На «Армате» стоит модернизированная 125-миллиметровая пушка. Стрелять из нее можно несколькими типами боеприпасов, в том числе и управляемыми ракетами. Промежуток между выстрелами всего 5 секунд. У «Леопарда» примерно те же показатели. А вот как быстро ведет огонь «Абрамс», сказать трудно. Снаряды там подает не специальный автомат, как на «Армате» или «Леопарде», а танкист. Гусеничная платформа «Армата» подходит для любой боевой техники. В России, помимо танков, на нее поставили самоходную артиллерийскую установку и тяжелую боевую машину пехоты. Новый БМП «Армата», который тоже впервые увидел свет на Красной площади, по сути, мини-танк. И здесь экипаж упрятан в неуязвимую бронекапсулу. Наблюдатели отмечают, российские военные конструкторы перестали на первое место ставить надежность и мощь техники. И только на второе – безопасность и комфорт солдат. Теперь все наоборот. Еще одна новинка – самоходная артиллерийская установка «Коалиция СВ». Та же универсальная ходовая платформа «Армата», та же защитная капсула для экипажа, плюс новая пушка, которая стреляет в два раза дальше, чем любая натовская самоходка. Новая система огня. Выстрелы можно запрограммировать так, чтобы снаряды подлетали к цели почти одновременно. За счет более высокой плотности огневого поражения можно будет решить задачу, огневую задачу в более короткие сроки, а, соответственно, избежать ответного удара противника. Российский ВПК создал несколько модификаций самоходки «Коалиция». Есть вот и такая, со спаренной пушкой. Огневая мощь этой машины, соответственно, в два раза больше. Кстати, всей бронетехникой, созданной на платформе «Армата», можно управлять дистанционно. На Западе об этом пока только мечтают. Унифицированные подвижные платформы – новая тенденция российского ВПК. Помимо «Арматы» придумали еще и ходовую базу «Курганец». На ней размещают технику полегче – бронетранспортеры и БМП. Эти машины до Парада Победы тоже никто вживую не видел. Бронемашину «Курганец» называют крепостью на гусеницах. Мощное оружие, комплекс защиты от нападения, компьютерное слежение за целями. Их нужно только указать. Когда надо, система сама их уничтожит. В нем усилена броня, в нем усилен двигатель, на нем наворочены новые вооружения, и он просто более удобен в эксплуатации. Еще одна передовая боевая машина десанта БМД-4М. У нее две пушки, 30 и 100-миллиметровые, плюс противоракетный комплекс. Штурмовые группы она прикрывает не хуже танка. Это резко повышает и ударную мощь этого бронетранспортера, и возможности по борьбе с бронированными целями, и возможности по защите пехоты. Причем он, этот бронетранспортер, имеет повышенную защищенность от минного оружия. БМД-4 только что прошла все испытания и принята на вооружение в воздушно-десантные войска. Эта машина может отлично держаться на воде и при этом вести огонь. А может быть, десантирована с самолета на поле боя и тут же пойти в атаку. БТР «Ракушка» – классическая амфибия, причем довольно быстрая. Это принципиально новый гусеничный, а не колесный бронетранспортер. Внутри помещается 12 десантников. Вечная беда России – бездорожье, как показали испытания, для БТР «Ракушка» не помеха. Он может проехать везде.
Новое ядерное оружие России, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», уже 6 лет на вооружении армии. Поражает цели за 12 тысяч километров. За рубежом от него еще не придумали средств защиты. Гигантские ракеты весом в 50 тонн никто, кроме специалистов, еще не видел. Вплоть до 9 мая, когда «Ярс» показали гостям парада Победы. Парадный строй российской военной авиации – это всегда незабываемое зрелище. В этом году в честь праздника устроили самое масштабное авиашоу в истории Дня Победы. 143 боевых самолета и вертолета пролетели в небе над Москвой. Были здесь и новички парадов – вертолеты «Ансат» и самолеты Як-130. И, конечно, гордость нашей авиации – штурмовики Су-25, стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, истребители Су-30 и Су-35. Новейшая российская техника уже вызвала бурю противоречивых эмоций в западной прессе. Одни восторгаются великолепными тактико-техническими данными «Арматы», «Коалиции», «Курганца» и других боевых машин. Другие, наоборот, глубоко озабочены. Пишут о мощном превентивном ответе русских на агрессивное поведение НАТО, которое фактически взяла нашу страну в военное и политическое кольцо. Новую российскую технику признали первой реальной инновацией отечественного ВПК со времен Советского Союза. Теперь армиям Североатлантического блока придется перевооружаться, чтобы догнать Россию. Хороший повод недоброжелателям нашей страны уяснить, что русского медведя злить не стоит. У него всегда найдется чем ответить. Игорь Максименко, Алексей Панасевич, Егор Некрасов, «Пятый канал».